Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро. Довольно часто я слышу от своих партнеров такое выражение: у меня появился или у меня есть очень перспективный кандидат. Очень перспективный. Вот это слово «перспективный кандидат», так же как и «перспективный партнер», мне кажется неправильным. Я даже думаю, что перспективных кандидатов и перспективных партнеров, наверное, вообще не бывает. Во всяком случае, вся моя практика говорит о том, что лучше рассчитывать не на перспективного кандидата, а на себя. Слово «перспективный» уводит наших людей куда-то не туда. На каком основании ты делаешь вывод, что он перспективный? Спрашиваю обычно я. Ну, он умный, он там со связями, он там вхож в такие круги, он живет аж Китае или в Америке, уж там в каком-нибудь Занзибаре, экзотической стране. Чем экзотичнее страна, тем перспективнее, некоторые думают.